перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Когда болтают, подбалтывают, да? Ты подвинься, я. А ты что смотришь? Присаживаюсь. Это мало на мне, так много мало мне. Че, соскучился, да? Пиши, когда долг отдашь. А что за должок? У нас ласку на любой. А у меня много ласков, ты понимаешь? Ты мне тоже можешь написать такое. В принципе, он... Ой, я пропустил много всего. А у нас не наливают. Да? Больше пригласил, пожалуйста. А там между мной и вами еще. Да, за мной сидит. Тин, привет, Тина, как дела? Летим отдохнуть немножко после последних событий. А вам слышно меня вообще? Видно? Я вилчу поставил. Время включить, 55 А что, на 3 часа уже прилетели? Тоже нормал. Такое. Я два мультика посмотрел, я вот это Ну ништяк. Может, все спит. Никто не спит, да, сзади, кстати.
Мне что-то не спится. Сижу. А можно поспать? Да у него там он выглядит. Я же умер, потому что поэтому у меня и на небе есть связь. Мне сразу быть по связи на небе. Прям мне больно смеяться. Вот чисто на ёбку, да? Ты просто сидишь, да? А я просто сижу такой, да. Ты старый этот смотришь, как его. Старый телевизор. Шалом всем. Совать кап, так сказать. Какой прикол был, да? Эдгар, походу, подъебал. Эдгар, извините, блин. Почему все нормально, а у нас какие-то херня. Может быть, халяльные были? Че, давайте там вопрос какие-то, не вопрос. Хотя, похуй, не, лучше без вопросов. Лучше просто вот такие отсылайте свои смайлики. Я, да. Мы летим со скоростью 914 км в час. Ну ладно, все. В пизду вас, короче. Ну, летаем. Хватит. Слишком много стресса в этом городе. Что я поближе сделаю? Афганистан, скажу. Я, наверное, здесь сойду. С парашютом. Где-нибудь вот тут. Не-не-не, здесь я выкинусь. Чисто с парашютиком там пойдешь. Чисто на поле, да, матом уже постановились. Вот. Оп. А потом меня обратно будет лететь, заберите через пару лет. Да, вот тут только в Непале возьмем. Пару лет поищу. А это вы знаете корейцы, нет? Это ж какой сам кореец нахуй? Это казах. Какой ты казах, бля? Ты казах видел? Это красивый казах. Ты красивый казах просто. А это кто? Это молодой саваш просто. Летит, блядь, соблазняй. Скажешь, что сейчас фильм не выбрал. А он уже пишет. Вышестоящий орган уже. Качели хорошие, дети. Ну, вообще хорошие. Что там рядом с тобой мужик? Скачал у тебя же, у вас с собой. Да, он просто полился уже. А на свое можно пить спросил? Да нет, я бы чуть больше полился, просто спросил вообще. А что мы будем делать? Так, я не знаю, опять можно. Я могу. Я могу. Сэм в Москве есть. Остался, мама не пускает Сэма, потому что у него там двойки по русскому. Не отпустила. Мама. Привет. Может, просто так тоже руку вам поставлю, будет типа такой, если сегодня здорово. Может, здоровый. С подписчиками остаться. Ну так, да. Даже, блядь, на пары тупо. Даже, нет, на туда глеб, даже. Потому что подписчиков я люблю своих всех, каждого. Да иди на... Вообще всех просто мой. Я бы так сделал по 3 миллиона раз. А я не понял, а что, Wi-Fi есть в самолете? Это ты не понял, пока понял? Ну да, да, это кидать. И здесь просто походу Wi-Fi есть, да? Ну, везде есть. А он будет на сюда. Бля, надо как-то пронести, короче. Тебе дали счет? Вам такую щетку дали, да, бедные? Да. Щетка, тапочки.
можно кофту сшить здесь, одеял с тобой сшить. У вас, кстати, лучше ловит здесь, чем мы. Там просто все сидят. Кстати, нельзя на авиарежиме включить, Алексей. У меня включен авиарежим. На авиарежиме телефон. На авиарежиме телефон. Не-не-не-не. А-не-не-не-не. Ой, да, нет, нет, хватит не снимать. Ты хочешь пропиарить свой инстаграм? Нет. Видели такого человека, который не хочет пиарить свой инстаграм? У меня там всего 50 человек мне хватает. И не надо больше. И то много, да? И то много. А я вот, знаешь, за каждого борюсь. Мне каждый дорог. Мои сладенькие подписчики. Вот он, сладенький подписчик сидит. Треков нету, что-то нету треков. Где треки, блядь. Как буду такого знать. Ты заметил, что вот у нас одни дети? А? Вот уже такой был. Да. Вот здесь теперь? Без того, слава богу. Половина. Так, если бы так один. Леша, а где твой Порш? Дома, блядь. А твой где Порш? Вот так, блядь. У меня есть только Порш. Так, ладно, я выключаюсь, это мало останется зарядки. Я не смогу набрать человека. Зарядка. Такой блок. Да, да. Слышишь, когда это подарили? Не, не сейчас, все нормально. На море или что, отдохнуть? Слишком устал, блядь. А это Лехе не надо их давать? Подключайся, на пока подглядись. Тогда я в экономе. Все, пока. Там чистое, здесь грязное. Салфетос. А что, твой свет не работает? Ну, это как это было? А, это ты включил. Что-то куда-то, кстати, подолетели сразу. Все вот эти 520 человек сегодня? Видимо, сюда. Да, не было. 230, пока-то. Нум суфла. Нум суфла. Пусть шамбель. Можно шамбелиться. Таджикистан. Я здесь вот сойду. Вот ты. Там пару дел есть. Да не будем мы никуда сходить. До конца лета. Через перевал. О, Марик, привет. Маркусян, салют, мой нынга. МКВ, НВНМ, прод. Салам. И подписывайтесь на моего негра 30 на 48. Как ты называешься? 30x48. Там опасный аккаунт, контент бешеный. Там 9 публикаций и, блядь, 4 подписки. Ну, это вы знаете. Эскорт-агентство «Саваш» работает 24/7. Супер.
Кстати, да, что, в принципе, говорит. Ты что тут самое боевое? Это смущаться. Нет, почему за него? Ну, нормально. Тебе стаканчик не промок там, не? Главное, чтобы штаны не промокли. А стаканы менять, да, точно не промокли вообще. Ты понимаешь, что ты меня, короче, сподвигаешь? Нет. Мы из горла будем. Я? Задайте мне вопросы. Я отвечу. Где летите, говорит? Собака ебаная нахуй, дебля. Здоровье, ничего, приходит в себя потихоньку. Блин, Катя, проси делать нехуй, правда. В самолете я просто нашел Wi-Fi, мы летим. Пожалуйста, дорогая, любимая женщина моя, извини меня. Это не я вообще, это Савар сказал. Че? Ну что, типа, давай, сделай прямой эфир, Леха, давай. Да, ну, блин, у тебя больше подписчиков. А что делать? А я такой подпёздывается и говорит, да-да-да, точно, давай-давай, сделаем. Пожалуйста, Лех, можешь еще продлить эфир? Ну ладно. Подписчика же ведь все больше и больше. Народ, не знаю, когда новые треки будут вообще. Может, вы забудете про меня и отпишетесь от меня, но... Ой, ну ладно. Я, конечно, шучу, бля, сейчас скоро закидаю вас треками, охуевшим, бля. Семейка. Навсегда. Вот это контент, я понимаю. Я вот, вот у меня экран. Я просто из А в Б двигаюсь. Из А в Б. Ну и у Антона, понятно, как всегда, он смотрит свой фильм. Антон смотрит на себя просто. Соседями не поглядывают. Все, пока. Бисмир. Лилля Рахмана Рахима.